Кстати, я вас предупреждаю, что выкладывание данного видео с моим лицом будет вас преследовать беззаконно. И что мне за это грозит? Что грозит? Срок. Вон, ребята у вас работают без масок, понимаете? Вы не заглядываете туда, куда не купили. Покажите удостоверение. Оно у вас прозрачное. Да. Согласно? Ну. Статьи 19.3 вы сейчас сопротивляете законным требованиям. Среди... Не числитесь. Вот никогда бы не подумал, что начальник УВД скажет мне на ваше мнение. Честно, да. Не под... Я что, сколько буду ждать-то? Вы что, меня удерживаете или что? Нет. Как нет? Мы же изготавливаем вам документ. Так уже часто прошел? Нет. Ну у вас 6 минут. Ну что? 6 минут это очень много. Нет. Ребята, вот вы. Что-то вы куда-то не туда. Знаете, я больше всего поражен, что в часовом у нас такой вот правовой беспредел. И делают его, в принципе, сотрудники полиции, понимаете? Все это окажется, оно уже, в принципе, в интернете. Блин, ну, я бы, вот честно, извинился, отдал паспорт, пожелал удачи, и я пошел отсюда. За меня? Вы не переживайте. Я говорю, я спасателем отработал 20 с лишним лет, из них половину начальником, так что... Так себя ведете. Я веду себя так, как считаю нужным. Я, понимаете, гражданин своей страны, я знаю свои законы. А еще я знаю законы полиции очень хорошо, в принципе. О, закрыло оно нас, представляешь? Вот как так? Ну как? Прием ведется по записи. Ну так она сама меня пригласила. Как? Вот сейчас начнется пожар, я тебе утверждаю. У меня есть ключи, я вам ее открою, не переживайте. Смотрите, есть постановление правительства 390 о противопожарном режиме. Закрывают нас здесь с тобой. Мы. Нет. Вот у меня ключи есть. В случае пожара я открою, не переживайте. Ну а если у меня сейчас начнется паника, клаустрофобия, мне нужно выйти. Я вам открою, если у вас начнется паника. Не переживайте. Плохо у нас блогеров нет. Из-за этого у нас такая фигня происходит. Вот женщина без маски. Женщина, как вас зовут? Вот видишь? Я говорю, если требуете, ну, требуйте от всех. Ищет, что ли? Открой дверь, я хочу с ними пообщаться. Пожалуйста. Чего они так долго? Я ничего не понимаю. Спасибо. Ну, какой номер? Сейчас, пойдем. Просто эта женщина куда-то ушла, паспорт мой удерживает, короче. Я не знаю, мне второе обращение на полицейского оставлять или что. Так, кстати, я вас предупреждаю, что выкладывание данного видео с моим лицом будет вас преследовать беззаконно. И что мне за это грозит? Что грозит? Срок. Ну, не вопрос. Сейчас. Просто фильм, который ты посмотрел, к сожалению, понимаешь, неправильно вам преподнесен. Деятельность полиции гласна. Вы посмотрите, что сказал наш президент. Я вам запрещаю выкладывать ради данное бога. Видео в общественный сеть. Ради бога, оно окажется там. Какой пункт? Вот я тоже открыл. Сейчас найдем. Ну, паспорта выдадите мне или нет? Сейчас готов будет, конечно выдадим. Так уже, ну блин, ну имейте совесть, 13.44. Женщина, смотрите аккуратно, они вас там арестуют и будут держать заложника. Я вам честно говорю. Кормить будут? Кормить? Не знаю. Насчет кормить не знаю. Обязаны, кстати. По-моему, раз в сутки. Но опять же, я говорю, никогда бы не подумал, что у нас в часовом такое возможно. У нас сейчас творится, ну, не только в часовом, конечно, и в стране. А тут вот девушки ходят без масок, работники у них ходят без масок. Вот девушка вышла, я не знаю, кто она, но она была без маски. Спряталась за дверью.
Видите, если требуют от меня, выполняйте сами. Не делайте, не спрашивайте. Ну, что же правильно делать? Я говорю, мы живем в правовом государстве, мы свободные люди. Ну что, вам паспорт отдадите мне? Так вот, да, остывает, скажем так. Ну не юлите вы, пожалуйста. Остывает. Ну не юлите. Зачем я юлить? Останусь, не переживайте. Я обязательно встречусь с вашим руководством, который сейчас приедет. А что, руководство приедет? Ну, я не знаю, молодой человек, Андрей Рафаилович, или как там, Исмаилович, сказал, что да. Да нет, что руководство такое? Вы не та персона, чтобы к вам ездило руководство. А почему? Я гражданин Российской Федерации. Вы не та персона. Все, да ладно, значит будем той. Присаживайтесь. Да, не, вы паспорт мне отдайте, пожалуйста. Вы же удерживаете. Мы его печатаем. Сколько времени нужно? Сейчас вот двух обед вообще-то. Вот так-то был. Вот законно. Я даже не ела. Подождите, вы позвали меня в 12:45. Ну. Ровно в 12:45 я сюда пришел. Все, я у вас пакет документов приняла. Паспорт сколько нужно сейчас времени, чтобы... Присаживайтесь. Скажите, сколько времени? Все уже. У меня, понимаете, есть дела личные. Присаживайтесь. Я не хочу присаживаться. Я хочу свой паспорт. Сейчас будет у вас паспорт. Я его сейчас хочу. Вы удерживаете, понимаете? Получается, вы удерживаете мой паспорт. Нет, конечно. Сколько по времени нужно изготовление паспорта? Скажите, час. Пожалуйста. Сколько? Час. Так он прошел. Так у нас обед еще был. У вас не может быть обеда, пока вы не обслужите меня. Как это? Вот так. Ну вы представьте, вы пришли в магазин, зашли, а там сказали, у нас обед. Закрыли и ушли, что ли? Я постояла, подождала, когда обед закончился. Все. Я не хочу ждать. Понимаете, вот сейчас отдайте, пожалуйста, мой паспорт, либо я прямо сейчас вот выйду и пойду в отдел полиции. Писать действительно заявление о том, что у меня украли, ну... Как это? Удерживают насильно паспорт. Вы поймите, не совершайте административное правонарушение. И даже, в принципе, уголовная ответственность за это грозит. Ну как? Вот вам смешно? Вы удерживаете мой паспорт. Согласитесь? Если вы не отдаете мне. Я вам отдаю. Где? Отдайте, пожалуйста, мой паспорт. Вон, ребята у вас работают без масок, понимаете? Вы не заглядываете туда, куда не будет. Там ремонтные работы. И чё, что работают? Вы знаете, что если взять охрану труда, работа вообще любая должна, соответственно, быть в маске, перчатках и очках. Потому что если он вдруг травмируется, вы понесете за него ответственность, как начальник. Вдруг ему прилетит что-то в глаз случайно. Ну вы паспорт-то вернете или нет? Да, все. Отдайте, пожалуйста. Это надо, нет. Паспорт отдайте, пожалуйста, мне. А как вы отдаете, если вы его удерживаете уже более часа? Ребята, вы полицейские? Вы как-то скажите, ну, подполковнику. Я понимаю, что звезды у тебя поменьше, но у тебя их три, а у нее их две. Она реально удерживает мой паспорт. Не, я туда не пойду, вот сюда. Здесь? Зачем я туда пойду? Там помещение. Вы скажете, что там снимать нельзя. Присаживайся. Да не хочу я присаживаться. А ну что, как думаешь, расписываться? Телефон убирайте. Не уберу. Ну, кладите так. Это мои персональные данные, касается меня. Проверяйте. По буковкам. Все по буквам. Фамилия, имя, отчество. Да все. Вы не переживайте, я все проверю. У меня знакомая 20 лет ходила с паспортом, который неправильный. Ваши люди сказали. Почему неправильный? Ну, у нее ошиблись в букве. Она 20 лет брала кредиты. Как-то так вот интересно получилось. Паспорт, спасибо. Паспорт брать. Зачем? Дайте. Он же мой. Дайте. Я расписался, что так вы... Я еще проверю, давайте. Зачем? Не дам. 26.05.2020 год. Подпись. И паспорт не верните, пожалуйста. Зачем? Для паспорт чего? Должны, я вам должна предложить поставить подпись. Вы предложили, я отказался. Сергей Николаевич, надо сфоткать, что ли? Сфоткайте. Почему?
Так. Указание губернатора. Давайте, давайте так. Давайте начнем с того, 5, что 8, вот 3. Я... Подождите. Хорошо. Давайте начнем с того. Вы кто? Капитан полиции Щерба Владимир Александрович. Вы сейчас на службе? Да. Почему вы не в форменной одежде? Я вас не могу идентифицировать. Обеда. Уберите, пожалуйста. Ну, капитан полиции... Щерба. Подождите, я не ознакомился. Подождите, не бойтесь, я не буду снимать. Капитан полиции Щерба Ирина Александровна, инспектор, да-да-да, 20... Чего годен до 24-го? Подождите, покажите. Покажите удостоверение. У меня срок. Оно у вас прозрачное. Да, у меня на замене сейчас находится удостоверение. Почему вы... Вот смотрите. Почему вы с просроченным... Уходите, я не буду с вами общаться. Вы не полицейский. Вот есть участковый у нас. Андрей, иди, пиши. Понимаете, вы для меня не полицейский. Ребята, я вам еще раз говорю. Я задержан? Я не задержан. Значит, я ухожу? Домой. Вы нарушили указ губернатора номер 23. Губернатора? Вот это? Да, вот это все. Вот это? Да. Приказ губернатора? Вот это? Это сидите дома, называется. Покажите и ознакомьте меня документально. Дайте мне указ, заверенный с печатью и подписью. Найдите в интернете. Я не буду находить в интернете. Если сотрудник ограничивает меня в правах и свободе, ну, как вас? Кто сейчас... вас ограничил? В каких правах? Вот, просроченный полицейский меня пытается ограничить. Нет. Что нет? Присядьте на лавочку. Не хочу. Присядьте. Не хочу. На лавочку. Я уже насиделся. Ну, постойте. Ваша дата рождения, скажите, пожалуйста. Пункт 5.3. Пока, ознакомьте меня документально. Написано в вашем федеральном законе, что любое ограничение прав и свободы граждан должно подтверждаться документально. Я вам предложил проехать со мной, чтобы вы ознакомились документально. У меня с собой... Да, Андрей, я не хочу ехать никуда. Понимаете? Вот вы смотрите, Андрей Валерьевич, вот согласно статьи 19.3, вы сейчас сопротивляетесь закону о требовании сотрудника полиции. Смотрите, объясняю вам, Андрей, чтобы мне вменить статью 19.3, ваше требование должно быть законным. Любое ограничение моих прав должно вами документально быть подтверждено. Вы отказываетесь сказать свою дату рождения? Да я не отказываюсь, подождите. Если вы пытаетесь мне сейчас что-то вменить по 26.1, ознакомьте меня, я вас прошу. Где-то там, а здесь. У меня с собой сейчас данные. Ну так тогда не ссылайтесь на это. Вы не можете ссылаться того, чего у вас нет. Вы поймите. Андрей Валерьевич, я вам дала ссылки, вы можете сейчас найти в интернете. Я не буду этого делать. Знаете почему? Я просто с обеда вот шла. Я вам еще раз говорю, вы должны меня ознакомить документально. Где телефон? Где? Чугайнов Алексей Александрович. Пускай едет Чугайнов, там еще кто-то. Я говорю, не будет его сейчас, я уйду. Если вы меня не задерживаете. Алексей Александрович, вот у тебя есть этот указ губернатора с пунктом 5.3? Скорее всего, потому что без этого я никуда не поеду. У нее нету. Сначала прочитай сам. Чтобы ссылаться на эту статью. Он забрала, значит. Вы просто получили. Ты приехал в нашу или нет? Да. Старый отдай. Давай. Сколько времени нужно, чтобы я еще здесь находился? Сколько здесь находитесь? Сколько сейчас время? 12.45 я пришел. Ну, по записи. По записи. Понимаете? И чем дольше я здесь стою, ну... Дату рождения свою скажете? Зачем вам она, Андрей? Зачем? Возьму у вас объяснение. Тогда берите на бланке заявление, какое-то объяснение, на простом. Чего вы там оформляете? Ничего не оформляю, это объяснение. Это никакой не бланк, ничего, это просто объяснение. Простое объяснение. Ну давайте. Ну, что вы хотите от меня? Дату рождения скажите. Ну, я же подчиняюсь. Место рождения город Часовой? Да. Все можете вы, вот паспортный стол. Образование у вас высшее? Естественно.
чему эти качели? Я вообще не понимаю, а? Женщины, да. Вы не против, если я вас потом попрошу в суд прийти? Нет, не едет. По свидетельству того, что они тут меня пытают, можно сказать, морально. Отдайте показаний? Ну, объяснений, показаний. Конечно же нет. Нет, не отказывают. Нет. Ни в коем случае, вы что? Но, Андрей, прежде чем взять с меня какие-то объяснения, вы должны были ознакомить меня со статьями. Но вы этого опять не сделали. Зачем? Вот почему вы так поступаете? Прежде чем что-то с человека взять, вы должны ознакомить со всеми статьями, которые затрагивают мою свободу и права. Я вас предупреждаю. Я понял, о чем вы меня предупреждаете. Я понял, Андрей, не переживайте. Я задержан? Нет, пока. А что вы хотите? Пока не задержан. Ну что это такое? Где? Вот дайте я зафиксирую. Знаете, у вашего так. Вот он, Махонин. Или Махонин. Где просто у нас какая-то бумажка. Ребят, ну вы же должны понимать, что нету. Я не ознакомлен с этой статьей. Что вам еще нужно от меня? От вас? Да. Нам нужно. Какой протокол? Так, есть у нас повестки. Вы поймите, что я задержан? Нет, вы не задержаны. Я пошел. Андрей Валерьевич, посидите еще 5 минут. Нет, подождите. Я задержан? Нет, вам задержан. Ну я пошел, до свидания. Андрей Валерьевич, подождите, пожалуйста. Я задержан? Пять секунд жду. Сереж, закрой. Вы поймите, губернатор не может ограничивать людей в правах. Вы этого не понимаете? Только федеральный закон может ограничить. Все, я пошел отсюда. Подождите, с вами же не закончили. Я задержан. Сейчас. Вот скажи, я задержан? Андрей, что с ним? Постою здесь, не переживай, не убегу. Давай. Андрей, если я задержан, то я задержан. Если нет, я Андрей просто... Валерьевич, пройдите, я на вас оставлю протокол, и вы можете быть свободны. Вы можете с ним не согласиться, можете отказаться от данных. Пройдите, пожалуйста. Да где протокол-то? Я сейчас оставлю на вас протокол. Я составлю протокол, и вы будете свободны. Все. О, уже даже рапорт написали. Быстро. Теперь я понимаю, почему мой паспорт так долго готовился. У вас недолго, у вас по регламенту готовится. Полтора часа? Не полтора. Слышно? Ну как это? Ровно час. Да. Ровно час. 12:45. Я посмотрю, пришли. Сколько вы мне отдали. 12:45 пришли. 13. Ну пусть вот, 46. Вот будет. Для этого я видео-то и писал. Ровно час. Понимаете? Ровно чтобы... час. Ну, не вопрос. Что там моего обеденного времени? Она да не может быть у вас обед, если вы обслуживаете меня здесь, понимаете? У не нас может обед быть. По регламенту с 13 до 13 40. Вы тогда не должны были меня принимать. Почему не должна? Ну потому что у вас дали обед. Документы до обеда. Ну, значит, вы должны закончить со мной и пойти на обед. Почему нас полицию не любят, знаете? Потому что, к сожалению, считаю, что полиция у нас... Карающий орган. Как же все долго-то у нас. Угу. Вы же понимаете, я в суд с этим пойду. Да, конечно. Судья и будет рассматривать материал. Когда? Через 3-4 дня. Сколько сюда можно назначить? Думаю, пятницу. Вот представьте, сколько я здесь. Я уже 2 часа здесь нахожусь. 2. Вы сказали, что маски, перчатки надели, уже подождите. Во-первых, у меня нет денег на маску и перчатки. Во-вторых, мне никто не ознакомил, что я должен быть в маске и перчатках. Это 2. В-третьих, то, что мне через час там она предложила, когда я ей напомнила постановление правительства, она мне предложила в негерметичной упаковке маску непонятно взятую откуда-то. Понимаете, просто в файле. Знаете, вам типа. Это неправильно. Я смс-сообщение есть? Да. Вызываю, будет вас ли у вас смс-сообщение? Ну, на дату. Да. Нет. Не согласны? Пускай повестку дают. Так.
пятницу на автобус 29 мая 14:00. Это все такое написано? Да. По данным ИЦ, это информационный центр, угу. У нас база данных наша. Угу. Среди... Не, поздно не трогать, не числитесь. Кто меня ознакомил, скажем так, перед составлением протокола со с моими правами? Никто опять. Вот дайте мне ручку. Вот сейчас под копию сделаем, вы знакомьтесь. Да, я вот сейчас напишу, не разъяснены мне права и обязанности. Конституцию РФ никто не обязывает. Ну, это все понятно. Здесь я так и напишу, что мои права мне не были разъяснены. Оно должно составляться, вернее, разъясняться права до составления, потому что я могу чего-то не знать. Вообще, вообще просто удивительно. Так. С протоколом вы ознакомились? Вы согласны с ним или не согласны? Я не согласен. Готов дать пояснение в суде. Поясните. С протоколом. Не согласен. Три сотрудника полиции. Один просроченный, надо было сказать, начальнику. Как тогда вы работаете? Копию. Копию сейчас получите. То, что я ничего не вопрос. Рассмотрение состоится 29-го. 29-го. Мая в 2 часа. 29-го. Мая? Там все 14. Будет сказано. Вы предупредили, что интернет выкладывает только с вашего разрешения? Да. А вы разрешение дали? Нет. Ну, мне не нужно разрешение. Он все равно сказал будет выкладывать. Никому не спрашивают. Ну, разрешение. Если я выложу, если вы считаете, что мои действия противозаконны как-то, да, вы... Подадите меня, ну, кто обидится, в административном порядке, в каком-то судебном, вон, лично пойдете, все. Я считаю, что здесь сотрудники при исполнении и требовать запрета они не могут. Все, да? Да, до свидания. Спасибо вам большое. Конечно, не ожидал я. До свидания. До свидания. А как так сотрудник полиции у нас без этого, с просроченным удостоверением? Не подскажете? Девушка. У нее просрочено удостоверение. А вы думаете, так быстро меняется это все? Я понимаю. Нет, смотрите. А вы что ходите без маски? Ну так я потому что. Ну, где я у нас написано? Ну где? Написано, что я должен. Ну, это фильм Кидзадза. Ну, получается. У вас есть время разбираться, есть время об этом разговаривать. Смотри, вот куча просто свободного времени, ходите, фотографируйте, ходите, нет, жалобы всякие. Ради этого, я думаю, стоит, потому что, ну, у меня же есть права свои. Вопросов вот. Нет. У вас времени посмотрю. Свободно. Это тоже хорошо. Ну, полицейский без удостоверения. С удостоверением. Ну, оно просрочено. Справку выдайте. Давайте сам решим, хорошо, что я должен делать у себя. Вы у себя командуете. Хорошо, в своей организации, если вы работаете. Ну, не думаю, что вы работаете, потому что у вас куча свободного времени. А я у себя сам разберусь. Хорошо? Хорошо? Хорошо, но мнение о полиции складывается на мнении народа. Не на ваше мнение. На мнении народа. На мнение народа. Не из других, которые скажут, нормальное мнение. Вот никогда бы не подумал, что начальник ОВД скажет мне на ваше мнение. Ну, как-то вот, ну, честно, да. Есть оно у вас? Есть. Я не знаю, что... Спасибо.